За время каникул на складах учебных учреждений города накопились продукты питания. В текущей ситуации мы посчитали необходимым перераспределить и направить их тем нуждающимся людям, которые из-за карантинных мер вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, ограниченные в средствах и своем передвижении. В первую очередь данные продукты будут направлены многодетным семьям. Кроме того, предприниматели сформировали еще 7 тысяч продуктовых наборов, за что я выражаю им огромную признательность. Тем более, что данная работа будет продолжаться. Сегодня я дал поручение социальным службам незамедлительно обновить и проверить базу тех людей, которым в первую очередь необходима помощь на дому. Также я обращаюсь к одесским волонтерам, которые оказывают бесценную помощь областной и городской администрации. Нам необходимо совместно составить логистику помощи нуждающимся людям. У нас нет времени на раскачку. Люди, которые ограничены из-за карантинных мер, те, кому необходима срочная помощь, должны получить ее в самое ближайшее время. По данным социальных служб, таких людей более 15 тысяч человек. В связи с этим я заверяю, что городскими службами будут приложены все усилия для того, чтобы те категории граждан, которым особенно тяжело в данный период, получили всю необходимую помощь. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности.